Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим виброзвонок на iPhone 6 Plus. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Далее необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Это вы можете сделать металлической лопаткой. Открываем. Теперь необходимо открутить три винтика. Открутили. Теперь необходимо снять металлическую пластину. Снимаем. Теперь необходимо отсоединить аккумулятор от печатной платы. Отщелкнули. Отсоединяем нижний шлейф от печатной платы. Отщелкнули. И еще необходимо открутить один винтик, который тоже держит виброзвонок. Открутили. Далее отсоединяем коаксиальный шлейф и вынимаем виброзвонок. Делайте это аккуратно, не повредив шлейфа. Берем новый виброзвонок и устанавливаем его. Далее прикручиваем винтик. Если на вашем аппарате не работает виброзвонок, то его замена вам поможет в 90% случаев. В 10% случаев это может быть попадание влаги, либо проблемы на печатной плате. Подключили нижний шлейф. Подключаем коаксиальный кабель. Теперь подключаем аккумулятор к печатной плате. Устанавливаем металлическую защиту. И прикручиваем три винтика. Прикрутили. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль и закрутить два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.